Сегодня в программе «Путешествие в Боголюбово». Мы побываем в обители, основанной князем Андреем Боголюбским. Купола христианских храмов на Руси и в Византии. В чем различие? Продолжение беседы научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» с историком и филологом Андреем Виноградовым. Что для нас православие сегодня? Разговор священника Алексея Уминского с гостями студии. Здравствуйте! Мы снова вместе, и снова мы говорим о очень важных вопросах нашей веры и нашей жизни. В одной из молитв есть такие слова: «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». И вот действительно мы все время сопрягаем наше Отечество именно с православной верой, святость нашей земли, именно с подвигом святых нашей православной церкви. Что для нас православие сегодня? Давайте поговорим об этом всерьез. Жду ваших вопросов. Прошу вас. Здравствуйте, отец Алексей. Есть такое мнение, что князь Владимир избрал православие, и это была большой ошибкой. Ну, в частности, я знаю, что такое мнение выражает Владимир Познер, он часто об этом говорит. Как вы думаете, вот вообще, почему вот такое мнение бывает у людей, с чем это связано? Потому что мне, честно говоря, как православному человеку довольно странно это слышать. Ну, во-первых, это мнение связано с не очень глубоким знанием истории церкви, вообще истории, потому что надо сказать, что князь Владимир выбирает христианство, скажем, византийского извода, но не еще православие, потому что этот выбор осуществляется еще до разделения церкви. Князь Владимир естественным образом выбирает ту веру, которая на тот момент кажется наиболее совершенной, наиболее сформированной, наиболее культурно и научно и богословски оформленной. Вот. И одним из аспектов этой веры, ну, конечно, является геополитика, которая осуществляется великим князем. Князь гораздо ближе вот, по своим геополитическим воззрениям относится к Восточной Римской империи, нежели чем к Западной в тот период. Он принимает это еще и потому, что его собственное сердце отзывается на эту проповедь. Князь Владимир не так просто принимает эту веру, это православие. Он начинает воевать. Да, конечно, он за принцессу Анну, там идет битва. Вот, он не смиряется перед Константинополем, не приходит как вассал, а принимает эту битву, то есть начинает войну с тем, чтобы победить и победителем принять эту веру. То есть здесь вопрос о принятии веры князь Владимира – это не вопрос принятия каких-то условий, невыгодных для России, как для государства. Скорее всего, наоборот. Исторически это было так. Вы не согласны со мной? Ну, сам вопрос насчет того, ошибка это или нет, он как бы устарел веков так примерно на 10. Конечно, да. Да. Вот. И вера уже на самом деле изменилась, да, и даже устройство церкви изменилось за это время. И сейчас оценивать, насколько был, допустим, прав или не прав Владимир, ну, это достаточно странно. Ну, это действительно довольно странный вопрос. Потому что история как сложилась, так уже сложилось. Да, действительно странный вопрос, который мы отсылаем к прошлому тысячелетию, с одной стороны. Но, с другой стороны, существует, как бы сказать, история Европы. Да, и мы видим, что очень многие европейские страны, в отличие от России, еще в средние века и позже, во времена Возрождения и Просвещения, сделали колоссальный экономический, политический, социальный рывок. Была изменена система государства, было фактически упразднено рабовладение. Да? Мы, собственно говоря, если так вот будем честны, да, в России рабовладельческий строй закончился всего 160 лет назад. Действительно, Россия во многом отставала,
и в течение долгого времени до сих пор во многом отстает от Европы. Является ли это вопросом религиозным, выбора веры, исповедания веры, или это какой-то другой вопрос? Сегодня для нас почему-то этот вопрос ставится именно так. Если бы Россия была не православной, то Россия была бы европейской. Вот, ну, на сегодня это не так, потому что мы с вами знаем очень большое количество католических стран, которые живут в огромной бедности. Это все страны Латинской Америки. Ну, скажем, католическая Польша, которая европейская страна, гораздо беднее православного Кипра, между прочим. Ну, и таких примеров, в общем, мы можем набрать довольно много. Это вопрос действительно определенного культурного сознания. Конечно, сознание Западной Европы, людей Западной Европы во многом сформировано, конечно, религиозным сознанием, либо католическим, либо протестантским. Сознание русского человека, сознание славян, конечно, сформировано пониманием православия. Это разные способы мышления, это разный способ жизнеустроения, именно потому что в западных странах есть более практическая устремленность, и сама религиозная система всегда была более юридически направлена, очень узаконена, в отличие от такой созерцательности, которая к нам пришла из монастырей восточного православия, из той культуры богословия и размышления, которое всегда, в общем, отличало Восток и Запад, между прочим. Это даже не столько, может быть, религиозные системы и культ, сколько сам, наверное, образ мышления Востока и Запада. Это совсем иное миропонимание, это совсем другой взгляд на человека и на окружающее. Мне кажется, загадка тут кроется. В последнее время очень модными стали течения по реконструкции таких вот языческих культов, так называемого неоязычества, это культы славянских богов, так называемых Велеса, Перуна и прочих. Вот. И адепты этих культов, их жрецы, называют нашего Господа Иисуса Христа никак иначе, как еврейским богом, что ваша вера православия – это слабая вера, мы за культ силы, за культ таких вот мощных богов. Чем нам опасны такие возрождения традиций? Вряд ли нам, как церкви, опасны эти какие-то культы, потому что они опасны для самого человека, потому что человек, который не ищет истины, а ищет каких-то внешних вещей, убеждая себя в том, что ему нужна какая-то особенная сила или особенная власть, или особенный какой-то статус, всегда свидетельствует о своей внутренней слабости, о своей внутренней неуверенности, о своем подавленном каком-то характере, о своей подавленной личности. Вот о чем идет речь. Культ силы – это естественный такой, самый древний, один из самых древних человеческих архетипов. И все язычество мира всегда старалось видеть своих богов сильными, страшными, опасными, которые требуют от тебя какой-то ужасной жертвы. Христианство и православие, конечно же, для нас заключается в совсем ином понимании силы, в совсем ином понимании силы Божьей. Как известно, Бог не в силе, а в правде. Да, совершенно верно. И еще в том, что, как апостол Павел говорит, что сила Божия совершается в немощи. И вообще христианство полно таких вот как бы противоречий внутренних. Как-то сила совершается в немощи. Как-то Бог не в силе, а в правде. Потому что правда по-настоящему это то, что надо защищать. То, на чью защиту надо становиться. А оказывается, что сила как раз заключается во внутреннем содержании человека, которое дает ему понимание истины, понимание честности и чести, свободы, достоинства и добра. И, собственно говоря, что для нас православие? Очень часто для нас православие – это тоже некий образ силы. Сила одних против других. Сила тех, кто верит по-православному, против тех, кто верит не по-православному. Силы тех, кто имеет за собой какую-то мощь основательную, сказать «я православный, а ты еретик, и поэтому ты не спасешься, и поэтому у тебя вообще нет права на твою собственную веру, и поэтому тебя можно там отодвинуть в сторону, потому что ты не православный, а я православный». Но сила православия заключается в любви, конечно.
И поэтому, когда мы с вами находимся на божественной литургии, прежде чем мы начинаем петь наш православный символ веры, диакон в церкви громко возглашает: «Возлюбим друг друга». И только поэтому, после этого, «да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». И тогда мы поем символ веры. И нет никакого права у нас петь символ веры, если мы не готовы и не желаем исполнить этот призыв. В этом смысле, конечно, то возрождаемое язычество – это наши страхи, человеческая немощь, человеческое бессилие, человеческая трусость просто любить друг друга. Да, очень серьезный разговор. Я думаю, мы обязательно будем на эту тему говорить, потому что актуальность православия, современное православие в нашем мире – это то, что волнует каждого из нас. И от нас очень многое зависит для того, чтобы мы не потеряли свою веру, не потеряли ее не только для самих себя, но и для наших детей. Спасибо вам за ваши вопросы. До встречи. В 2 километрах от города Владимира располагается небольшой поселок Боголюбово. Сейчас его знают благодаря местному монастырю. Но когда-то здесь находился большой и красивый столичный город северо-восточной Руси. Боголюбов во Владимиро-Суздальской архитектуре такая яркая, необычная, такая сильно отличающаяся от других городов вспышка. То есть город, который мог соперничать при Андрее Боголюбском по ряду параметров, несомненно, с Владимиром, но который вот ярко вспыхнул, но в результате Батыева нашествия был уничтожен. В фольклорном плане это такой Китежград архитектурный, высокий шедевр, который наверняка поражал своих современников и их ближайших потомков своей архитектурой, каменной резьбой, событиями, которые были с этим связаны. Как город, Боголюбов просуществовал всего несколько десятилетий. По преданию, именно здесь проходил путь князя Андрея Боголюбского, направлявшегося с Владимирской иконой в Ростовскую землю. Боголюбов, по преданию позднему, очевидно, был построен на месте, в котором, значит, якобы ночевал Андрей Боголюбский. Вот ему ночью явилась Богоматерь и объяснила ему, что икона дальше не хочет идти в Ростов, она должна остаться во Владимире. А на месте чуда был построен город Боголюбов. В те времена каменные храмы на Руси были еще в диковинку. Даже княжеские дворцы строили из дерева. Но город Боголюбов был настолько дорог князю Андрею, что он собрал здесь несколько артелей зодчих и каменщиков. Историки архитектуры спорят между собой, откуда были прибывшие мастера. Ну, допустим, такой известный археолог и историк архитектуры Янисян, работающий в Эрмитаже, он считает, что эти мастера были из Ломбардии. А покойный Комич, например, полагает, что нет, они были, скорее всего, из Южной Германии. Конечно, привлекались и русские мастера, которые были в это время в Северо-Восточной Руси, или кто приехал оттуда. Какие-то мастера могли приехать из Переславля русского. Был построен такой комплекс зданий. Полагают, что Боголюбов был одним из самых крупных городов своего времени. Его жителями стали беженцы из Киевской Руси, которым князь Андрей Боголюбский предоставил особые условия для жизни. Были льготные грамоты, которые позволяли переселенцам не платить налоги в течение 6-8-10 лет. Ну, вот мы знаем это из формуляров позднейших 15 века. Освобождение от всех видов налогов, включая налогов в княжескую казну. Жить здесь было лучше в том плане, что это не южная граница, здесь нет крупных половецких набегов постоянных. Князья не так часто, в отличие от южных, воевали друг с другом. И достаточно большое количество людей, проживавших в Южной Руси, как на левобережье, так и на правобережье Среднего Поднепровья, устремлялись во Владимиро-Суздальское Апулье. В километре от Боголюбова находится знаменитый храм Покрова на Нерли. Один из символов России – это память о ратных подвигах князя Андрея.
Андрей Боголюбский сталкивался с очень сильным соперником, которым являлась Волжская Булгария. Он с ней воевал. В честь своей победы он основал, значит, новый праздник Покрова. Это праздник первоначально не был общерусским. Это был праздник епархиальный Ростово-Суздальской епархии. Позднее этот праздник уже в период создания русского государства стал общерусским. Когда собор Покрова на Нерли был почти достроен, умер сын и наследник князя Андрея Мстислав. И этот храм для князя стал местом особой молитвы о почившем сыне. Для нас интересно, что этот собор отчасти связан и с историей Москвы. Дело в том, что камень, который добывался и использовался при строительстве ряда построек в эпоху Андрея Боголюбского, это мячковский камень, который, значит, из подмосковных каменоломен добывался и зимой на санях доставлялся к месту строительства монументальных построек. Напомним, что этот мячковский камень использовался и при Всеволоде Великое Гнездо, при строительстве Владимирских храмов, а также в более позднюю эпоху его активно использовал Дмитрий Иванович Донской при строительстве в 1366 году первого Московского каменного Кремля. Боголюбов был уничтожен полчищами Батыя в середине 13 века. И с тех пор это место упоминается в истории только как сельское поселение. Жизнь здесь сосредоточена вокруг местного монастыря. Купола христианских храмов на Руси и в Византии. В чем различие? Как появился купол в виде луковицы? Продолжение беседы научных редакторов издательства «Православная энциклопедия» Эллы Шевченко и Ильи Попова с историком и филологом Андреем Виноградовым. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Юрьевич, мы очень рады снова вас видеть в нашей студии. Нам бы хотелось сегодня продолжить разговор о христианском куполе. Такой важный и загадочный вопрос, на мой взгляд. Вот почему в Западной Европе в средневековой нет куполов? Они ведь в принципе умели это строить, не то чтобы они не могли себе этого позволить. Нельзя сказать, что в Западной Европе совсем нет куполов. Да, есть, конечно, много купольных храмов, но очень часто они представляют собой явное подражание византийским постройкам, как, например, знаменитый Сан-Марко в Венеции, который копирует храм апостолов в Константинополе или другие храмы такого типа. Причин несколько. Первая причина, конечно, техническая. Купол возводить сложно. Да, это надо уметь не только построить купол, но и рассчитать нагрузку, так, чтобы храм не развалился. Что у нас случилось на Руси при строительстве Успенского собора, когда уже были возведены своды, дошли до куполов. И до купола-то не дошли. Да, и все рухнуло, да, потому что правильно рассчитать нагрузки каменных сводов или кирпичных сводов, это довольно сложно. Это один момент. Второй момент, конечно, символический. Он заключается в том, что византийский купольный храм был образом иерархии. Иерархии и небесной, и земной, и церковной. Наверху купол – это Господь Пантократор, который там изображается. В светской иерархии это император, в церковный патриарх. Дальше изображены апостолы, ближайшие, так сказать, спутники Христа, которые соответствуют барабану купола. Да, это дальше император, его ближайшие приближенные. И так дальше вот развивается и декорация, и структура храма, которая построена вокруг вот этой оси, завершающейся куполом. Вот эта иерархичность, несмотря на наличие на Западе монархии, как идея не была, видимо, свойственна западному обществу. Да? Им казалось, кто строители больших храмов? Это, прежде всего, города или монастыри? Это такие более демократические, если хотите, институты, которым вот эта, может быть, отчасти авторитарная идея купола не близка. Да? Они хотят построить базилику как пространство из множества равных друг другу колонн. И, с другой стороны, в эпоху Ренессанса куполу все-таки возвращаются, потому что Ренессанс придавал еще огромное значение математике, а купол – это вещь математическая, и это часть как бы гармонии сфер, если хотите, и поэтому многие храмы перестраиваются или достраиваются в эпоху Ренессанса именно в купольном варианте. Пришло вот это ощущение прекрасности вращающихся поверхностей, купол, полукупол, маленькие полукупола, которые мы видим, например, в Святой Софии Константинопольской.
Может быть, это еще отчасти желание продемонстрировать свое техническое мастерство, вот это действительно умение рассчитывать, умение строить, проектировать. Это само по себе ведь было, ну как бы это были некие высокие технологии того времени, которые тоже нужно было показать, это была реклама. И конкурентный момент, наверное, да, существовал. Но при этом в средневизантийский период мы видим, что уходит профессия архитектора, храмы строятся без чертежей, как это было в ранний период. А модуль как таковой существовал? При постройке купольного храма. В ранневизантийское время, несомненно, в Святой Софии модуль – это размер купола 100 византийских футов, и все размеры храма откладываются от этого модуля. Но потом от этой модульности от чертежа уходит, и главным становится размер колонны, который вам удалось найти для строительства храма. Потому что в основном эти колонны не делали заново, да, а находились на античных руинах. По луковичной главке легко понять, что вот здесь стоит храм, совершается молитва. Но между луковичной главкой и собором Святой Софии Константинопольской, Киевской, такая большая разница. В общем, где там общие гены? Как ни парадоксально, хотя луковичные главки наши маковки – это символ нашего православия, мы до сих пор не знаем, откуда они взялись. Это удивительный такой феномен, при том, что они встречаются не только в русской культуре, а, например, там, в какой-нибудь культуре немецкого барокко вы часто можете встретить такие главки, да, и так далее. Ученые спорят. Некоторые производят фантастические концепции. Чуть не из Индии это пришло, там, от Тадж-Махала и так далее. Ответы нет. Но, собственно говоря, если мы так вот посмотрим на этот вопрос с другой стороны, а как вообще мы дошли до таких главок, да, в которых зачастую нет окон, да, такие вот декоративные, то мы с вами увидим, что русская архитектура, она развивалась от византийской к, собственно, такой вот особенной форме, во многом за счет модификации купола. Да? То есть вначале у нас нормальные византийские храмы, пятиглавие со световыми головами и так далее. Потом пятиглавие в какой-то момент становится просто обязательным, да, потому что в Москве есть Успенский собор, он пятиглавый, и у нас везде должны быть. А храм-то у нас маленький. Поэтому эти боковые главки уже начинают терять окна, да, они становятся символическими. И естественно, что их завершение тоже не нуждается в такой вот, так сказать, полукруглой кровле, как это было раньше, соответствующей их внутренней форме. С другой стороны, наш русский климат не приспособлен к византийским куполам. Что такое византийский купол? Это кладка, да, каменная, и по ней положена черепица. Дождей мало, ничего не протекает. У нас на Руси все отсыревает, нужно проветривание свода, поэтому появляются, собственно говоря, наши главы надстроенные, то есть где вот самый, так сказать, то, что мы видим снаружи, не соответствует структуре кладки. То есть чердак, по сути. Да? Луковичная главка изначально это чердак для купола. Ну а сама форма, почему, да, она не просто какая-то приподнятая, вот именно такая, ну, с одной стороны, может быть, казалось красиво. С другой стороны, есть средневековые гравюры, на которых таким образом изображен храм Гроба Господнего в Иерусалиме. Хотя в реальности, видимо, его купол не был таков, но было представление о том, что у него такой купол. И люди во многом строили храмы по образу Гроба Господня. Ну, мы знаем, у нас Новый Иерусалим есть, да, такой ясный пример, но и по всей Европе, и в других местах строились гробы Господни. Да, и в этом смысле распространение идеи луковиц, ну, его главы, оно нельзя исключать, связанное с гробом Господним. Андрей Юрьевич, вот хотелось бы еще обратить внимание на такой аспект. Можем ли мы говорить о том, что, вот как вы говорите, в средние века в Византии утрачена как бы культура чертежа архитектурного, и, ну, в определенном смысле происходит технологическая деградация? Можем ли мы говорить, что вот развитие, дальнейшее развитие русских куполов тоже находится вот в, является частью вот этой тенденции к технологической деградации? Ведь, в общем-то, русские купола еще проще, чем византийские, да? Они постепенно становятся все меньше и меньше, все, ну и упрощаются. Да, русские купола в чем-то проще, но в чем-то и сложнее. Вот у нас под западным влиянием в XV-XVI веке появляются храмы с шатровым завершением. Да, у них, так сказать, совершенно другая структура верха. Нужно их тоже как-то увенчать куполом. Да. Рождаются нового типа купола, которые не похожи на предыдущие. Появляются своды псковского типа, где купол не играет такого решающего значения. Купол превращается в символ. Символичность купола у нас огромна.
пожалуй, ни в какой другой такой культуре, кроме вот византийской и русской, купол не играл такой роли именно как символ христианского храма и вообще, так сказать, символ национальной идентичности. Если мы поедем на Кавказ, в Грузии мы увидим массу базилик. Там крест, например, достаточное обозначение того, что это здание купольное. Но именно купол, пусть редуцированный, пусть маленький, пусть поставленный сейчас на какой-то деревенский дом, все равно показывает, что это храм. И это очень интересно, потому что он полностью утратил свое внутреннее содержание. Да? Он перестал быть образом неба изнутри, но снаружи он продолжает быть символом божественного. Андрей Юрьевич, благодарим вас за глубокий содержательный рассказ. Большое спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо вам.